В Москве увидели русофобию на встрече глав МИД G7. В итоговом заявлении встречи глав МИД Большой Семерки говорилось о возможности введения новых санкций против России из-за ее политики на востоке Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об очевидной русофобской подоплеке на встрече глав МИД государств Большой Семерки в Торонто. Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна, сказал Лавров журналистам в Пекине во вторник, 24 апреля. По его словам, по русофобской линии пошли и те страны семерки, которые заверяют Москву, что они не разделяют попыток изолировать Россию. Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер, отметил Лавров. Напомним, в итоговом заявлении встречи глав МИД Большой Семерки говорилось о возможности введения новых санкций против России из-за ее политики по отношению к Украине. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.